Независимая лаборатория «Инвитро» — это более 1000 видов исследований, эффективно помогающих заботиться о здоровье. Опыт работы компании в сфере оказания медицинских услуг — более 15 лет. Ивантейский офис — один из 300 филиалов по всей России, расположен на центральном проезде в доме номер 7. Именно здесь можно сдать биологический материал и быстро получить результат. Также в офисе ведут прием профессиональные врачи, готовые всегда помочь по ряду вопросов. В лаборатории «Инвитро» делаются все виды медицинских анализов, а также гинекологические, урологические исследования, мазки. В «Инвитро» можно сделать УЗИ. Результаты исследований лаборатории признаются всеми медицинскими учреждениями России. Высокий результат достигается многоуровневым контролем. Можно не беспокоиться, что результаты ваших исследований перепутают. Все контейнеры маркируются, имеют свой специальный номер. Результаты исследований всегда сохраняются на сайте «Инвитро» в личном кабинете пользователя. Забор материала ведут профессионалы, качество работы которых высоко оценивают клиенты. Хороший, просторный, чистый офис, отличный персонал, кровь берут совсем не больно. Я порекомендую сюда приходить всем своим друзьям и знакомым. Так чем же привлекательна лаборатория «Инвитро» для горожан? Во-первых, качество работы. Во-вторых, быстрота исследований, в основном в течение одних суток. В-третьих, высокие современные технологии в сочетании с правильной транспортировкой биологического материала. Ну а самое главное – расположение. Ивантейский офис «Инвитро» находится на центральном проезде в доме номер 7, рядом с Центром творчества детей и юношества. Офис работает в будни с 7:30 до 20:00, в выходные дни – с 8 утра до 3 часов дня. Сейчас в лаборатории «Инвитро» проходит акция «Три исследования за 100 рублей». Торопитесь, предложение действует до 15 марта.